За тот воскресный час, за тот день, который Бог дал для нас, мы скажем славу нашему Богу. Мы рады, что мы сегодня в Доме Господнем, потому что сюда приходит сам Иисус Христос своим присутствием. Ощущаем ли мы это или нет, но Он сегодня вместе с нами по своему верному обетованию. И мне нравится тот псалом, который есть в наших сборниках. «Потеснее окружим Иисуса Христа». И хочется, чтобы мы сегодня приблизились больше до нашего Господа. И как сегодня тема молодежи, чтобы полностью быть посвященным для Господа. Полностью свое все життя отдать для Его на все 100%, чтобы нам всем на 100% принадлежать нашему Господу. И я, смотря на это, хотел бы как бы с другой стороны посмотреть на это и как бы задать вопрос, а что нам нужно иметь или в каком состоянии народ должен быть, чтобы нам быть полностью посвященным для нашего Господа. Я, смотря в Библию, знаходил, что это есть чистота, это есть святость, это непорочность перед живым нашим Богом. Это то, что поможет нам быть полностью посвященным для нашего Господа. И давайте для основания проповеди откроем место Священного Писания, Старый Завет, книга Левит, 11 глава, 45 стих. 11 глава Левита, 45 стих. «Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Если смотреть на Библию от Старого Завета до Нового Завета, от Бытия до Откровения, это, можно сказать, такой красной нитью. Бог написал «Будьте святы, потому что я свят». Бог призывал своих патриархов, пророков, царей, апостолов, Первую Церковь, всех призывал к чистоте, к святости, потому что тут говорится «Будьте святы, потому что я свят». И Библия говорит, что воля Божия есть освящение ваше. И мне нравится еще такой стих из Библии, где Бог говорит до своего народа, будьте предо мною святы. Знаете, человек иногда может надеть маску и хочет быть святым и непорочным как бы перед человеком. Но если в сердце нема чистоты, если там что-то, те, что Богу не нравится, то вже человек не може иметь этот доступ к Господу. Вже немає того повного посвящення для Господа. Це те, що розділяє чоловіка з Богом. Це є той гріх. І як важливо нам пам'ятати цей стих, де Бог оставив для нас. Будьте святі, тому що я свят. І читає Священне Писання, то Бог в своє время через пророка Ісаїю говорив до свого народу, перша глава із 11 стиха, такі слова. Перша глава Ісаїї, 11 стих. «Чому мені множество жертв ваших?» Говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туков, откормленного скота, и крови тельцов, и анцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня». Не тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу ваши руки полной крови. Умойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Такие как бы строгие слова Бог в свое время говорил до своего израильского народа. И мы видим, Бог их тут обличает, что ваши дары тщетны, ваши курения отвратительны для меня, ваши руки полны крови. В чем проблема? Беззаконие и празднование. Эти вещи не идут вместе. И в нашей жизни этот закон тоже в действии, братья и сестры. Библия говорит, нема ничего общего между светом и тьмою, нема ничего общего между храмом Божьим и идолами. И эта истина, она остается одинакова. Беззаконие, празднование, оно не может быть вместе. Кто-то Бог обличал свой народ, говорит, что я из-за этого ваши молитвы не чую. И дает совет в 16 стиху. Умойтесь, очиститесь. Бог, Он всегда дает выход человеку. Дьявол не то, який може завести в тупик і говорить, що нема виходу. Но Бог,
в своей великой любви и милости, Он всегда дает выход из положения. И Он здесь советует для народа: «Омойтесь, очиститесь». Мне нравится один стих из «Песни песней». «Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Бог дал нам чисте серце, Бог дал нам эту чистую одежду. Коли Бог хрестив нас Духом Святим, коли ми вступили в завет з Ним, коли ми вирішили Йому служити, Бог дав нам все нове, все чисте. Як важно це все сохранити до дня пришестя, сохранити святость, сохранити чистоту, щоб бути на всі 100% посвященим для нашого Господа. І тут написано, Бог призиває народ свій, щоб очистились, омились. И говорит, что если грехи ваши будут, как багряные, я как снегу белю, будут, если красные, как пурпур, я как волну белю. Бог, Он Той, який послал Сына Своего, Иисуса Христа, який став жертвой за нас, и кровь Его очищает нас от всякого греха. И мы будем провозглашать победу крови Иисуса Христа в жизни нашей, потому что мы много имеем в крови Иисуса Христа. И если мы что-то спотыкнулись, упали на дорозе, то это не конец. Бог дал нам это средство крови своего Сына, и мы можем воспользоваться этим и соединиться снова, быть с нашим Богом в общении, чтобы никакий грех не разделил нас с тобой. И Библия говорит, если вы захочете и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Да поможет нам в этом Господь. И еще из Нового Завета вспоминается одно место, 1 Иоанна, где тут уже апостол Иоанн говорил в 1 главе с 5 стиха, такие знакомые нам все слова. 1 Иоанна 1:5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слава Иисусу Христу! Велика любовь Его до нас, до Его творения. И Бог тут конкретно еще раз подтверждает, что Бог есть, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Коли приходит темнота в жизнь нашу, только один Бог своим светом, Он может прийти и осиять, и указать на этот грех. Его Слово, оно и те, яке обличає, яке нас наставляє, указує нам, в чому нам нужно исправиться. И Библия говорит, если мы ходим во свете, подумай, как Он во свете. Знову, Бог не требує от людей те, що Он сам не, те, що Он сам не является. Если говорится, что Бог есть свет, то Он хочет, чтобы и мы были светом. И поэтому я говорю до мене и для кожного из нас, як важно нам ходить во свете, чистоті і святості перед нашим Богом, і на всі 100% будь Йому посвященими. І Біблія говорить, 9 стих, що якщо ми сповідуємо наші гріхи, то Він, будучи вірен і праведен, Він прощає нас. Ідя по цій житті, ми іноді падаємо, спотикаємося, але як ми блажені, що в нас є Ісус Христос, і силі помогти, і благословити нас, і дати нам прощення. Мені подобається така англійська фраза, де хтось написав, «What we don't reveal cannot be healed». Те, що людина не відкриває знаружу, вона не може отримати ісцілення. Якщо ми йдемо, наприклад, до доктора, і ми розказали про наші різні болезні, а якусь скрили, він не може нам повністю дати совет на цю болезнь, тому що він її не знає. І так само в духовній житті, якщо ми Богу щось скриваємо, якщо ми прийдемо і говоримо, Боже, я в тому каюсь, в тому, а цей гріх, він мені ще не подобається, я ще буду далі робити. И я его не буду исповедовать, я не буду в этом каяться, то это нас дальше будет осквернять, огорчать, и этим мы разделяемся от нашего Господа. Поэтому Бог хочет, чтобы мы все открывали перед Его лицем, и Он той, який сильно прощает. Но есть той враг, який всегда он противится. Есть той враг дьявола, який он всегда не хочет, чтобы человек приближался до Господа. И кто-то говорил, у него есть два эти рычага, гордость и стыд. Если человек впал, если человек споткнулся, Он хочет всегда надавить на человека, что туда пойдешь, что тебе нужно покаяние, что тебе нужно исповедание, что тебе нужно искать Господа, что подумают люди, ты сын пастора, твоя мама спевает в хоре, или ты там проповедовал, или спевал. Это все дьявол часто давит и говорит, ну не роби это, ты можешь снова через месяц впадешь. Но Бог хочет всегда чистоты и святости, и Он хочет, чтобы мы перебороли это, и пришли, и склонились у Голгофы, и все это отдали в руки Иисуса Христа. Потому что дьявол, его есть всегда, можно сказать, две цели. Не допустить человека к покаянию, а если человек уже покаялся, он не хочет, чтобы человек полностью искренне служил Господу. Хай он ходит в церковь,
А он з Біблії приходить, а он буде з улипкою на устах, но если в серці нема чистоти, если он где-то питається от неправильних источників, это достатньо для дьявола, щоб запачити нашу одежу, і вже нема общення з Богом, вже ми не повністю посвящені для Господа. А то, о чому ми сьогодні говоримо, щоб бути повністю посвященим для нашого Господа. І вспоминається один примір, коли в одній церкві пастор много служив, трудився, говорив людям о покаянні. Но люди були как бы в такому безпечному состоянии, не було ніякого здвига, церква умирає, нема духовного росту, всі как бы на пути к смерті, хто духовно вже умер. І що не робив тут пастор, не було ніякого здвига в этой церкві. Люди такі безразличні, безпечні стали. І он все время в одному служенні говорить, братья, сестри, на следующее служение буде похорон церкви, щоб всі були. И как бы никто об этом таки не чув, як понять похорон церкви, но приходять, и так як на похоронах стоїть гроб, відкрита кришка, стол, почало служення, співають похоронний псалом. Он говорить похоронний проповідь, говорить, брать сестри, перед тим, як ми закриємо ту кришку, я хочу, щоб кожен пройшовся мимо этого гроба і посмотрів його последній раз, як завжди делаю. А он там положив дзеркало. И когда все проходили, кожен там в этом гробу, в этом церкві, он себе там бачив. И люди просто поняли, серце стало по-другому биться. И люди стали каяться, люди стали примиратися и просить Бога прощения. И действительно, не було этой похорон в этой церкві. Прийшло пробуждение в эту церкву, и церква ожила. И за это слава Богу. И Бог дав мудрость этому служителю, як поступить. И я хочу, щоб и в нашій жизни, братья, сестры, чтобы мы были живыми для нашего Господа, чтобы нам живыми быть и посвященными быть для Господа на все 100%, чтобы ничего нас не разделило с Господом. И я помню, если кто помнит, у нас в церкви было даже пророчество, когда я так своими словами пересказываю, что если мы идем до врача или на рентген придем и скажут нас, что там есть какое-то темно в легких или в печени, что мы будем делать? Мы проигнорируем это или мы поспешим узнать, що дійсно, в чому проблема, як от этого ізбавитися. Ібо говорив, що слово моє, і той світ, який просвящає. І якщо відійти, бачите, що воно вас знаходить, якийсь гріх, або якісь беззаконні, то ви прийдіть до мене з покаянням, і я, любящий батько, прошу, прощу і зцілю вашу душу. Слава Ісусу Христу! Це те, що Он предлагає для нас. Приближаясь до нашого Господа, ми отримуємо це освящення. Библия говорит, вот удаляющие себя от тебя гибнут. Это принцип Писания. Чем мы дальше от света, и опасность впасть, где запачкать свою одежду, где просто осквернить себя. А чем ближе мы к свету, мы более приближаемся, мы более освящаемся и приближаемся до нашего Господа. И поэтому, хай на Бог в этом поможет, идя за нашим Богом, воспользоваться тем, что Он предлагает для нас. Если мы что-то находим не нужно в нашій житті, то це будемо відкривати перед Богом. Пам'ятаєте, коли Лазар, він був в гробу, то люди повинні були з своєї сторони відвалити сперва цей камінь, а остальне зробив Ісус Христос. І в нашій житті тоє саме. Ми повинні з своєї сторони положити, що не потрібне, що препятствує нам на 100% бути посвященим для Господа. Положити це в ноги Ісуса Христа, а Він зробить свою роботу, слава Йому. Хай наше серце, воно буде повне смирення. Хай у нас буде це дух умиления, сокрушенное серце перед нашим Богом. Тому що ще є время благоприятне, ще є день спасіння. Я помню, в одному домі тато наказував свого сина кнутом. І це було сильно больно, це тим, що коників поганяють. І він прибігає до своєї мами, говорить, мама, скажи тату, щоб перестав мене бити так кнутом, це так больно. А мама говорить сину, син, коли тато замахнеться, тебе стукнуть этим кнутом, ти не убігає його, а ти біжи і падає його ногу, обнімає ноги, говорить, тато, я тебе люблю. І він не замахнеться, він не ударить, він помилує тебе. Я думаю, той же самий характер є Ісуса Христа в наше время. Якщо ми щось спотикаємося, падаємо на дорозі, Бог сильно простить, але ми повинні сперва попросити Його прощення, признати свою вину, і Він подасть свою милость і свою благодать. І ще один стих із Старого Завету хочеться наповнити нам, це Ісаія, 55 глава, 7 стих. «Да оставить нечестивий путь свой, і беззаконник помисли свої, і да обратиться к Господу, і Он помилує Тебе, і к Богу нашому, ібо Он
много милостив. Слава нашему Богу. Велике утішення оставили нас в Священном Писании. Если что-то и сбило нас за этой дороги, если что-то нам препятствие, будь на 100% посвященным для Господа, Бог предлагает выход, прийти и слониться у Его ног, попросить Его прощения. Потому что, если мы, например, в жизнь посмотрим, если мы идем по улице, и неосторожны были, и упали где-то в грязь, запачкали нашу одежду, какое нормальное действие? Вставать быстрее и бегать менять свою одежду. Это в физическом мире полностью нормально, такое смотрение. Так само в духовном смысле. Если мы идем, и наша одежда запачкалась, каким грехом или пороком, будем приходить до нашего Господа. Он тот, который даст перемены одежды. Он тот, который дает этот бальзам на рану. Он может нам дать милость и прощение. Но с своей стороны мы должны прийти до Его и оставить все, что не нужно. Потому что, идя в этой жизни, мне тоже было не всегда легко, мне тоже не было всегда все гладко в жизни. Верующий в Господа, вступивши завет зим, тоже не всегда было все хорошо, потому что враг восставал, и не всегда была эта сила побеждать зло, грех, этот мир. И когда я просто падал, когда мне было трудно, не было этой радости спасения, как бы не мог полностью хорошо молиться, не было... Как бы это, если бы уверенность, что я, если Господь сегодня придет, я буду готовый. И пришла такая какая-то уныние и депрессия, потому что враг побеждал. И внутри понимал, что я проиграл, я не устоял. И просто совесть подсказала: Иван, тебе нужно покаяние, тебе нужно исповедание, тебе нужно приблизиться до Господа. Это то, что предлагает нам Священное Писание. И надо берешь этот телефон, набираешь этот номер до служителя и нажать эту кнопку, позвонить, просто нема сил. Я не знаю, кто это из вас переживал. Минуту ждешь, там, две, пять, и просто как будто все яд восстает. Ну не дзвони, что тебе это нужно, что подумают люди. Не нужно тебе это, но иногда просто нужно было сказать: Иван, кто зараз выиграет, Иисус или дьявол? Иисус или дьявол? Я благодарю, что Иисус давал победу, слава Иисусу Христу. И слезы, и покаяние, и прощение, и Бог приходил, давал свою милость, давал свое утешение, возвращалась радость спасения, возвращалась эта вера и упование в Господа. И, может, я проходил этим путем, чтобы кому-то хотя бы одному сегодня сказать, если кто-то находится в этой темноте, в этой зависимости, или чем запачкана ваша одежда, то есть выход. Это кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, яка может очищать нас от всякого греха. Как нужно нам в этом воспользоваться и идти до нашего Господа. Если смотреть на нашу церковь, братья и сестры, Бог часто через служителей, через пророчество, через видение призвал нас к освящению. И будем внимательны к тому, что говорит Дух Святый в наше время. Если мы хотим пробуждения, нам нужно освящение. И мы живем в это время последнее, братья и сестры. Церковь Иисуса Христа, солнце уже на закате, шаги Христа слышны. Проверим нашу одежду, может, она же запачкана. Глянем на наш светильник, может, там же огня нема. Если мы что-то находим неугодное в жизни нашей перед Богом, что препятствие нам полностью быть посвященным для Его, сегодня время нам приблизиться до нашего Господа, воспользоваться покаянием, исповеданием крови Иисуса Христа, и Бог сильно дать свою милость. Библия говорит: только признай вину свою. Поэтому хай поможе мені і всім нам в этом Господь, ідя за нашим Богом, хай наша одежа буде чиста, непорочна перед лицем Його. І не будемо забувати, що в той Єрусалим, куди ми всі йдемо, туди написано: не войде туди нічого не чисте, ніхто преданий мерзості і лжи, а тільки ті, хто записаний в книгі Агнця. Поэтому ми будемо просити благословення надалі, щоб Бог благословив це служення. Я хотів би, щоб кожен нас провірив своє серце. Якщо щось там запачкало нашу одежу, то будемо просити у Господа прощення, щоб Бог очистив, омив, щоб нам на всі 100% бути посвященим для Господа, бути святим, бути непорочним і бути святим перед лицем Його. Тому помолимося в цій молитві, а Богу вся слава. Амінь.